Белое пламя это просто погремуха императора имгыра. Лучших учениц гениальная кадровичка Тисая Дворье превращает в угрей и метлой в местный этот говнопруд 3 на 3 размером опускает. И что это за херня. Фак. Зараза. Здорово, кверит! Это Лев Сергеевич, канал Батя. Добрался я наконец до трижды проклятого ведьмака от Netflix. Анафима! Просто анафима. Других слов тут просто нету. Пришлось пересматривать всю эту адскую блевотину. Ну что поделать, все ради тебя, все ради зрителя. Я, по крайней мере, смотрел его на работе, что уже неплохо, хотя бы не жаль потраченного времени. Я его смотрел, когда он вышел в 2019 году, и сначала ты обрадовался еще году, в 2018, когда только об этом заговорили. Вот, дескать, новая экранизация, думал, ну сейчас с американскими-то деньгами это будет что-то прям вообще великолепное, не как польский сериал нулевых. Но потом, когда я узнал, что это Netflix, радость сразу же пропала. И, в общем-то, он местами даже более дешманский выглядит, чем польский сериал нулевых. Это при разнице, это экономик. А в целом он получился очень даже американский. Все сведено в тупую клоунаду, и все постоянно грызутся и лаются вместо нормальных человеческих отношений. Ах, что, сейчас же модно так снимать. А возьми меня вызывала. Я всем расскажу о Геральте из Риви, о мяснике из Блавикена. Иди-ка сюда. Да? Идем, Платва. Там ведь есть великолепный первоисточник, там книги есть. Ну вы чё, куда это годно-то? Это не комиксы, это великолепные книги. Но ну, самое интересное, мы знаем, не любовь к чтению этих великих творцов из Голливудов, но, пардон, там есть игра, между прочим, уж если вы читать не умеете, так ты, сволочь, хоть посмотри, загляни в Steam и купи эту игру и пройди ее. Какого но они принципиально считают свое постмодернистское новое видение самым лучшим. И что из этого вышло? А вышло-то из этого то, что вместо внятного повествования книг, там просто какой-то сумбур, там такая рвань. Что я для этого обзора все переделал, потому что если делать как там в сериале это все сделано, то есть рванина и все перемешано, и времена скачут в течение, наверное, нескольких десятилетий туда-сюда от серии к серии, в одной серии там тут же то мелкий король Фольта с сестрой, то это, то там Енифер, то ее предыстория, которой в книгах нет, кстати говоря то Геральт там, то Цири, и все это в промежутке буквально нескольких десятилетий. То есть, если там король этот Фольтес уже старый пень, жирный, седой, и Енифер только учиться начала, потом там Цири уже бегает, потом там Геральт, что за херня? То есть, как настолько тупо можно работать с художественным временем, если вот у вас какое-то образование же должно быть, если каких там сценаристов-то допускали? Натурально. Я смотрел с людьми, которые в большинстве своем книг не читали. И некоторые не играли, многие даже в игры. Даже когда ты читал, тебе тяжело, потому что там дикая рванина. Но если ты вообще не читал, то но позволь, это продукт, готовый, этот сериал. Он и должен быть таким, чтобы я даже не читая смог его нормально понять и переварить. Но там натурально можно сойти с ума, как вот... После прочтения дураком древних свитков, да, в Zelda Scrolls, и же и тут ты просто погляди, ты дураком останешься или сумасшедшим, если ты не знаешь заранее хронологии. Я, допустим, читал несколько лет назад, и что, я должен как-то теперь это, ну, повспоминал, разобрался. Поэтому специально для обзора я все разбил вокруг трех персонажей и сюжета образующих, то есть это о самом Геральте мы поговорим потом о Цири а потом о Енифер, потому что вокруг них трех все это вращается. По книгам там, ну, в основном вот один Геральт, да, и Цири потом уже. А Енифер там все-таки не так много и уделено, но тоже есть. А тут вот более-менее по равным долям разделили, что вызвало у них трудности, потому что на Енифер столько текста нет, вот до встречи с Геральтом. Но они тут докрутили свои гениальные сюжетные ходы, но это мы увидим. Кроме рваного повествования, я хочу также обратить внимание на пластиковость, какую-то картоновость всего. То есть не верится вообще ни на йоту, что это средневековье. Вообще все выглядит натурально, только что из каких-то там цехов, где 3D принтерами это все было отпечатано. Ни архитектура, ни костюмы, ничего не выглядит на уровень средневековья. Про броню я вообще молчу. То, что эти твари сделали с Нильфгаардом, а именно что это? Это каких-то отдельных премий достойно даунских, даже не, не премий Дарвина, а премий Дауна, потому что, что это за херня? Что это за херня? Это сморщенный пластик, а сопромат то у него какой? То есть вот броня, допустим, железная, да, она ровная должна быть. Должна быть гладкая, чтобы удары просто соскальзывали, да, поэтому вот такие выпуклые всякие панцири, да, нагрудники, все вот это вот оно выпуклое, обтекаемое наплечники, чтобы натурально меч, копье, все со скользом проходило. А, морщины там нахера, чтобы оно быстрее сломалось, но оно же выглядит не как железо. Это видно, что это сраная резина, и она сморщенная, и выглядят они типа должны символизировать, что они такие вот фашисты, еще вот этот маленький герб прямо посередине груди, это так, ну вот просто самое смешное, это то, как Хистрич, а именно, да, это кто не знает, шоураннер этого всего, это Лорен Шмидт. Хистрич. Натурально, ее дедушка совершал военные преступления, а теперь она срет нам в головы всем, как бы в отместку. Такой, может, реваншизм в этом проявляется, или я что-то путаю, или они так думают, что это искусство вот выглядит. Ну ладно, вот она оправдывала, дескать, броня это символизирует, что там такое пушечное мясо пошло. Вход от Нильфгаарда. Но позвольте. А потом, говорит, мы исправимся и в следующих сезонах всем понравимся и сделаем у них нормальную броню, когда уже элитные части в бой выйдут. То есть пушечное мясо, натурально. А Кагыр, который там сын герцога и спецпосланник от императора, он что, тоже в пушечное мясо? Почему он-то такой в говноброне выскочил? Ну, это оправдание. Вообще, она очень много оправдывается и каждый сезон обещает сделать лучше предыдущего, а уже выходит третий сезон. Такую немаловажную вещь, как ножные, тоже это все не обошло стороной. То есть не только броня и костюмы дебильные, но и ножные тоже. Вот зачем их делать открытыми, например, как у Геральта, тоже непонятно. И сама идея, что вот сначала про два меча вроде как говорилось, а потом начисто отказались об этом, да, упоминать, то есть подумали, что какая-то херня, действительно, что один меч для монстров, он посеребренный, а другой железный, он для людей, это показалось Хисрич тупой идеей, она от нее отказалась. Сам мир также вообще не внушает. Они его настолько переделали. То есть, да, они настолько наглые в своем этом Netflix, что натурально залезли в лор. Потому что у них, допустим, Темерия это всего лишь один замок, даже не в Изиме, это натурально вся Тимерия, и Геральт спрашивает, как пройти до Тимерии, и ему показывают дорогу к этому замку, а там всего лишь шахта, и типа весь народ королевства живет в этой шахте, подбивает уже всех на бунт там какой-то шахтер, и вот там приходят стражи, какие-то разборки, то есть натурально камерная театральная херня. И все королевство сведено в один замок. В один замок. Но столько вот бесстыдства просто. Я не думаю, что у вас настолько нищенский бюджет, что вы еще хуже сможете показать, чем поляки при их экономике могли показать в нулевые годы. Нет, тут вот так. Академия магов, вот это Аритуза, да, чародеек, это тоже сведено все в какие-то два каменных зиккурата, и посреди ничего, рядом нет этого Горсвелина, мегагорода портового нету, на этом сэкономили, внутри все обшарпано, напоминает подземелья какие-то, ну, главное, там, конечно, пруд с угрями есть, да, в которых там превращают молодых чародеев, чтобы подпитывать. А -а -а -а, это просто, просто оттас. Вы о чем вообще? Но ну, это по порядку, все. Это мы потом вернемся к этому. Одно из существенных изменений в лоре, это то, что они сделали с Нильфгардом. Во-первых, они там говорят постоянно королевство Нильфгард и король Нильфгарда. Так вот, Нильфгард это империя, это единственная империя в мире Ведьмака, единственная империя на континенте, да, так сказать, в известном мире. Так вот, империя и королевство немного разный статус. Вот как бы у нас есть параллели с историей, мы всегда ассоциируем с реальной историей. Империя и королевство, император, король, это очень разные вещи. То есть даже изначально считалось, что империя только одна может быть, римская, да? А потом стало считаться уже с принятием христианства уже в средние века, что христианская империя тоже только одна может быть. Ну, потом раскол произошел, и, в общем, вы знаете все это, да? То есть, Восточный Рим отошел к ортодоксальному христианству, к католическому, отошла священно Римская империя. Но она типа одна может быть, то есть смысл империи в ее исключительности. Так вот, здесь это королевство, я сначала думал косяк русского перевода, но в этот раз я смотрел все на английском специально, так они там и так и говорят, Kingdom of Nilfgaard, то есть королевство Нильфгарда. Ну, как бы, если у вас целое королевство может быть одним замком натурально, то почему империя сведена к королевству не может быть. Плюс относятся к ним как к последним скотам, и ведут они себя как последние скоты, эти самые имперцы. Натурально мордор, ничего более. Вдобавок, это не только мордор, это еще и какие-то религиозные фанатики, фундаменталисты. Они постоянно там говорят о белом пламени, как о какой-то вообще, я не знаю, сверхсущности какой-то там, в чем-то как будто какие-то религиозные оттенки все это имеет в виду. Так вот, белое пламя это просто погремуха, это натурально позывной императора Имгыра, то есть вот как есть там великий, мудрый, еще какой-то, а он белое пламя там, пляшущее на курганах врагов, это его муха потому что он очень суровый правитель, там всех своих врагов обычно мочит нещадно, поэтому у него такое наименование. Это прозвище, это не значит, что это какая-то секта там вокруг этого образовалась, и белое пламя это какая-то энергия, которая там все преображает. Они постоянно говорят о каком-то спасении, о том, что мы там переродимся, мы захватим весь мир. Так вот, Причины экспансии Нильфгарда, они сугубо экономические, там, ну и политические, соответственно, то есть хозяйственные причины, там нет интереса какого-то религиозного оттенка. Это не джихаты, не крестовый поход, это, это вот натурально завоевательная политика огромного государства, базирующегося, вот это завоевание, оно базируется на экономических интересах. Вот в чем там смысл. Допилена магия. То есть теперь там какой-то хаос и должен быть баланс. Ни про какой баланс там нигде не, не говорится вообще в оригинале, то есть в книгах, но там должен быть какой-то баланс, и дескать, если они магию используют, то где-то там кто-то умирает и откуда-то силы забираются. То есть натурально, как в Варкрафте, где там орки настолько истощили магии скверной свои миры, что там натурально пустыни остались. Так вот, как ты думаешь, если там десятки чародеев, прямо которые огромными силами владеют, то... Во что бы превратился вскоре их мир, если бы оно вокруг силы бы вытягивало? Ну, натурально оно действует все как насос хаоса. То есть, там где-то ты перетянул, где-то забрал все это. И у них запрещенная магия это не некромантия, а магия огня. Ну, натурально гениальное решение. Интересно, а почему? То есть, некромантия, она отталкивает. Понятно, почему это запретное искусство. Магия огня-то вам чем не угодила? Вот практически каждый дурак в вашем же показанном мире кидается фейерболами из вот этих вот самых чародевов, да? А почему оно тогда запретное? И чем оно так вредит уж сильно? Да практически во всех фэнтези первое самое главнейшее оружие мага это фаербол. Но тут допилы настолько гениальные, что фаербола они додумались запуливать трибюшетами. А молнии ловить в бутылки А еще у них соль для ван взрывается. И они кидают ее прощами. Вот такая вот магия здесь. Еще есть баночки с червяками, которые залезают в мозги и всякое такое. Короче, над магией поработали знатно. Также там великолепный каст. Вот все полностью вообще. Ладно, вот Ведьмак еще более-менее как-то они пожалели, взяли этого Кавила. Ну, он хотя бы старается, хотя это не его типаж. Геральт, он по книге натурально, по описаниям должен выглядеть как героиновый наркоман после всех мутаций, которые с ним происходили. А здесь он такой, типа, ну, кто он, его играет-то? Его играет этот человек из стали, по сути, да, вот этот Супермен. Типаж не подходит. Но это самое адекватное, что здесь есть. Лютик не харизматичен. Трис превратилась вот в это. Уроженку Пакистана. Йеннифер тоже сделали индусской. Аню Челосру отправили туда. На, на роль Йеннифер, да, да, этот Вильгефортс у нас главный злодей Оказался тоже где-то из района Афганистана, да И все так далее Например, краснолюдов они, к слову говоря, сделали карликами Тоже идеальный ход вообще Зачем заморачиваться, как Питер Джексон, искать какие-то ракурсы, что-то там Чтобы показать могучих, плечистых, настоящих, полноценных, здоровых воинов Нужно просто набрать карликов и вот вам, да, то есть вы верите, что они физически стойкие, развитые, страшные люди, вот эти самые краснолюды. Точнее, не люди. Нет. Я вот не верю, потому что карлики, они вот действительно, может это странно вам кажется, но они не сильны, это ослабляющее нарушение, между прочим, поэтому они не могут быть какими-то мега воинами Вот Питер Джексон заморачивался, подбирал ракурсы, там действительно все эти выглядят полноценными здоровяками, войнами, которые натурально страшны в бою, гномы у Питера Джексона. Так вот, краснолюды должны быть такими же, но тут решили не заморачиваться. Идея с карликами, она, конечно, блестяще, как вообще все допилы Netflix. Фак. Зараза. Ну а теперь по сюжету. Я разбил, как я уже сказал, все-таки на Геральта, Цири и Енифер, чтобы какой-то порядок у вас был в голове, кто вообще, может, не смотрел или смотрел давно и хочет забыть, да, но хочет посмотреть обзор. Вот, для удобства я сделал так, потому что там натурально начинается со взятия цинтры. Потом все это вот какой-то мясорубке дикой перерублено, и потом ближе к концу снова взятие центры идет. Ну, какого хрена спрашивается? Если смотреть именно на Геральта, получается так. Начинается все с рассказа, который мне не сильно нравился, и я его слабо помню. Вот. Но начинается именно с него, с мясника из Блавикина. То есть в Блавикине, в маленьком городке, там вот это Ренфри, которая мега-мутантша. У нее, кстати, смешное такое прозвище Сорокопутка, да, это птица такая есть, хищная, отвратительного вида птица. И Строгобор, так вот, который в башне заперт. Они между собой воюют и хотят Геральта привлечь а, на свою сторону. Смысл рассказа в том, что он, по-моему, называется «Меньшее зло», кстати говоря. И вот смысл как раз в том, что он не... Вот если есть зло и там, и там, то меньше оно или больше а Геральт предпочитает не выбирать вовсе, да, к этому смыслу. Но все равно выбрать пришлось. Он там перерубил каких-то бандюганов, и к нему прилипла эта кличка Мясник из Блавикина, потому что он там порубал их прямо на улицах, и что вы там такого, я так и не понимаю. То есть, они на него там напали, да. Здесь это выглядит все более-менее нормально более-менее эффектно, да, и на уровне там каких-нибудь Игр Престолов, да, это, конечно, это супер-супер-боевка на самом деле, то есть, этот двигается в кадре хорошо, э, все это рубится, все это крошится, стрелы отбиваются, ну, как обычный арбалетчик черный, собственно, все нормально, более-менее нормально. Фак, зараза. А во втором рассказе, да, который экранизирован Netflix, там уже речь идет, кстати, как раз-таки знакомство Лютика и Геральта. И почему-то Лютика они сливают настолько, что он там мегазвезда всего континента, ну всех северных королевств, по крайней мере. Он мегазвезда, секретный сотрудник разведки, там любимец при дворах, и который пел и для бедняков, и для богачей, и для знатных, и для простолюдин. И всем нравился. Лютик? Да, это я. Хотя подонки этого города называют меня Пурпурный Мститель. Здесь его обливают грязью, кидают в него говно, обсирают. Говорят, что у него нет ни таланта, ни голоса. И в этом проявляется опять-таки вот эта американская тяга к тому, что, во-первых, все по-скотски себя вели, как будто это круто. Вот как показать крутость, да, как показать Какую-то экспрессивную, крутую там эту сцену, да, надо персонажи, чтобы лаялись постоянно. Лаялись постоянно, постоянно друг друга гнобили. Вот это почему-то считается у них так вот экспозиция, как крутого персонажа. Вот его там все забросали говном, он знакомится с Геральтом. Дол блатана, вот эта самая долина цветов вообще не похожа ни на долину, ни на цветов. Кругом какие-то каньоны. Это натурально дикий-дикий запад нету цветов, самое интересное, в долине цветов. И единственное, что нам некоторые образы отдаленно напоминают то, что в рассказе есть. А рассказ этот мне нравится. В рассказе этом как раз таки этот козел там сатир их дал по башке, да, они там были в плену. И спасает их в рассказе вообще местная богиня то есть очень такой языческий вайп в этом во всем присутствует то есть, местная не какая-то там мега богиня а вот местное именно локальное божество она в образе там вот этой девочки которая это это как ритуальное до сих пор сохранилось вот это и во многих западных странах это празднуется там когда майский шест устанавливают на летнее солнцестояние вот эта королева мая, это вот что-то вроде того то есть тут вайп очень хороший в рассказе то есть это натурально в образе вот этой самой девочки это как бы Астара некоторым образом. То есть вот это германская богиня, да, ну по-русски просто Заря и у славян, да, что это Заря богиня, да, а у них Астара. То есть богиня такая жизни, нарождения, весны, да, Зари, собственно, да, рассвета, вот. Это она их спасает именно в рассказе. Здесь же, Геральт как-то их убалтывает. Ну, в общем-то, то, что те диалоги, которые на них, на эльфов этих самых, никак не подействовали в книге, здесь действуют, и они отпускают. Рассказ слит. Вот это уже откровенный слив. И дальше будут такие же сливы. Фак. Зараза. А дальше нас ждет вообще первый рассказ в котором нас знакомит-то Сапковский с Геральтом, первый самый рассказ. То когда он разбирается со Стригой. А это такая монстрюка, в которую превращено проклятием дитя, дочь, в общем-то, короля Фольтоста Тимерского, потому что его, во-первых, там проклял завистник, который хотел, собственно, выйти за его сестру, да, в смысле, жениться на ней. А... Король сам шпилил свою сестру, да, привет, Хайми Ланнистер и, и, и этот, тетя Лена, да. Вот. Ты что, с ума сошел? Ничего, ничего, <связывая> не бойся. Он нас видел. Чего не сделаешь ради любви? <связывая> вот, что-то в таком духе. В общем-то, вся Тимерия об этом примерно знала. Что да, это, ну, вот только, наверное, самые реакционно-охранительные там какие-то не знаю, элементы могли верить, что вот Фольтест нормальный. Нет, все знали, что он шпилил свою сестру и родилась вот эта зверюга, да, это самая стрыга. Здесь все опять в, просто в лютую блеотину сведено. Зачем-то какие-то социальные мотивы опять протеста местных шахтеров введены, потом, как на них там феодалы эти давят, местные полицмейстеры, да, потом все это камерно, то есть шахта, потом один замок, который символизирует, видимо, Вызиму, хотя Вызима один из крупнейших городов севера, и как бы там несколько, наверное, десятков тысяч человек живет, ну, пара десятков тысяч человек, что для средних веков это мега-мегаполис, если там даже вот Новиград это 40 тысяч человек. Нет, боюсь представить, как его в сериале изобразят потом. Геральт встречается с королем. В общем-то, тут это все окутано тайной. Прям никто не знает, что это за стрыга, откуда она взялась ни двора, ни стражи толком у короля, конечно же, нет. Он просто сидит там, какие-то три с половиной землекопа тут же сидит, грызет какие-то куриные ножки. Геральт всех выгоняет, он запирает на засов. Внутри караул никто не несет, потому что на особу короля всем насрать. Ну, в принципе, что это за король, если у него один замок посреди ничего? Никаких предместий, угодий, деревень даже нету хотя бы. То есть это Король буквально одной шахтой владеющий. Это мы видим из сериала. Я не хочу тут лор расширять за счет книг или игр, потому что вот вы нам показываете, я делаю выводы. Он король одного холма, под которым шахта. И там получается человек 10, которые платят подать, и поэтому он может когда-то был крутой, но сейчас всем на него насрать. Геральт запер засов, поговорил с ним. И потом еще это все в виде тупого детектива там как-то подается. Трис показывают вот эту убожество, которое, да, это именно вот так выглядят женщины в 26 лет молодые. Вот, вот именно так, как вот это вот, да. И которые на севере там в городе Марибор рождаются, вот именно они так выглядят по мнению Netflix, а. собственно, ничего удивительного. Потом выясняется, что вот из какой-то там шкатулки, послание, что это вот там любовное письмо. «Ха! Какой кошмар, это все-таки стрыга его дочь от сестры, да какой ужас, да как так. В общем-то, расколдовывает он примерно так же, как в книжке, то есть он там в саркофаг залез. Ночь провел, она расколдовалась. Опять начисто слит нахер весь рассказ. Фак. Зараза. Затем у нас цинтра, которая мелькает там уже до этого много раз, но мы все по порядку делаем. И там у нас пирушка. На пирушке нет главы государства, а именно королевы Каланты. Ее нет. При этом пытаются уже Цири выдать за кого-то замуж. Это очень для феодальных... Эпох реалистично, когда короля или королевы, то есть главы государства и главы правящего дома в замке нет, но пытаются уже сосватать без ее ведома. Каст, конечно, великолепный. В эту бабушку, которая вообще не похожа ни на повету, ни на цири, ни на кого, то есть какое-то исключительное звено в своем роду, вот вообще верится просто на раз-два. Ну, а это есть турсях у них такой. Вот пузан там какой-то американский этот. 40-летний дебил, да, ну только что рост огромный у него. Но так, в принципе, да, вот выглядеть должен именно уроженец северных вот этих скелегианских островов, да, где все викинги, все морские налетчики, вот и он там опасный какой-то воин, вот этот король-консорт, он именно так и должен выглядеть. Эй, а стурсях, знакомьтесь. Поведение крайне дебильное, опять пир выполнен в стиле, как это обычно и бывает сейчас что это какой-то фуршет, натурально, кто пойми там, где пойми. Нету ни подковообразного стола, где бы все бы по ролям сидели бы, да, нет, там столы отдельно, тут столы, кто это пирует, непонятно, кто там, там все и трубачи тут же сидят, какие-то клоуны, и рыцари, и трубадуры, и все подряд, конечно, никакого порядку нет. А сама королева Каланты, чтобы опять-таки продемонстрировать крутость, она же у американцев демонстрируется через две вещи. Либо через грызню какую-то, как вот у Геральта с лютиком, натуральная дедовщина. Когда он его постоянно бьет, издевается над ним, материт его и так далее. Либо крутость показывается через какие-то хохотушки, через какие-то приколы. И вот каланты, зайдя там в окровавленной морде, там, окровавленных латах, вот так вот, с кружкой, вальяжно, да, то есть она что, она кроме того, что там воевала, да, она еще и королева, и придворный этикет как-то на это, но надо показать крутость, надо показать крутость, и поэтому она же не может быть, как вот бабушка из сериала польского, да, она должна вот так вот это, и все показывает, всем демонстрирует свое наплевательское отношение, Самое потом удивительное, это как принимают послов из Нильфгарда, там какие-то три задрота входят, и она их засирает просто с ног до головы. Вы в своем уме вообще, вы думаете, если это круто, да, то это натурально, вот видно, что снимали, либо вы нас считаете, кто смотрит это, малолетними дебилами, либо вы сами малолетние дебилы, потому что... Ну, посольство так, наверное, только умалишенный будет принимать, если вы думаете, что государственная деятельность так осуществляется. И вообще, судя по всему, они считают, что Нильфгард действительно что-то прям, ну, какие-то унтурменши, да, какие-то животные, потому что как они воюют там, никакого строя, никакого порядка, просто вот как орки натурально летят. Да даже орки там держали строй так-то по книгам Толкина. Но здесь без всякого строя натурально как просто какие-то животные там летят, а у своих вот этих говнодоспехах. А здесь она просто их засирает, в общем-то, и говорит там, вот вы там припьете мочу свою, там, едите своих детей, что за херня, да, вот вы в своем уме, там, Нильфгард прям супер развитая сверхдержава с огромными территориями, она этой центры больше раз в 15, это во-первых, во-вторых, там великолепно все, там, там мануфактуры работают, банки, все, там, это мега развитая цивилизация, а вы тут говорите, что там какие-то вообще, я не знаю, ниже животных, просто натурально какие-то э, демонопоклонники, там хрен пойми кто, какие-то сектанты, орки там, ну, натурально, то есть, ну, это же, блин, люди в первую-то очередь, вы, вы кого там показали, это даже вот не так, как... Вот если хотели даже из них нацистов натурально слепить, а такие аллюзии у самого Сапковского есть к ним, да, то ну натурально не получилось. Получились какие-то вообще умалишенные орки совершенно. Так вот, она их засрала, и пирушка продолжается. Появляется потом ешь сужены этой книжные поветы, вот он появляется, начинаются драки, начинается припадок поветы, который здесь тоже слит, потому что по книге там вообще разнос всего, там, натурально стены трещали, здесь это так, ветерок гуляет, собственно, потом вот эта херота какая-то под прожектором они там закружились, чтобы показать великую любовь, вот они там с этим ежом, мутантом там показываются и все это убого так продемонстрировано, что но перед этим еще более дебильное, кстати, было. Было именно то, что начинают уже вообще все со всеми рубиться. Это перед припадком. И королева Каланты сама там с мечом выбежала, орет кого-то на... и начинает просто рубить натурально своих же гостей. Этот дебил, этот пузан, этот из Турсях тоже там берется за финку и начинает тоже всех мочить. А кого вы мочите? А его к вам в гости пришли, потом они своих стражников начинают мочить. Вы в своем уме то вообще? Это что за херня? И, и во-вторых, Геральт, он просто начинает всех стражников тоже крошить. Это при том, что они вот в таких вот латах и они опять ни от чего не защищают эти самые латы. Ладно, там говно доспех нельфгарцев, но эти-то натурально в латах вот этих миланских там 16 века там бегают. В этих, правда, это не средневековье, конечно, уже, но натурально это панцири. То есть, как, как он их может пробивать так легко, отбрасывать и так далее. Они же и нужны, чтобы, ну, ты рубящим ударом, ты ничего, ты латом этим не сделаешь, вот этим пузатым керасом, ты ничего вот этим рубящим ударом ты не сделаешь. И более того, вот так ты тоже, ты их не пробьешь, как обычно это в говнокино вашем показывают, ты не пробьешь эти латы. Ты не пробьешь этот доспех, потому что вот, вот как бы, сука, это ни странно бы звучало, но доспех сделан для того, чтобы ты не мог пробить его и затем пробить плоть человека. Он создан, чтобы защитить своего владельца. За этим сделан доспех. Здесь этого опять нихера не соблюдается. В общем, все это сводится к чему потом? К тому, что вот предназначение. И с дуру Геральт говорит, что давай, вот право неожиданности, ты что, обретешь я о чем не знаешь, и мне отдашь, короче, и все потом происходит вот этот знаменитый момент, когда там она блюет, все понимают, конечно, она блевать только после такого припадка может, конечно, только сука от беременности. То есть, соответственно, он должен ребенка забрать, да? Вот то, что она там заболевала, и все поняли, что это она беременна, а то, что у нее даже не эпилепсия, а вообще какой-то магический припадок только что был, и вам вообще похеру. То есть вот а не об этом вы думаете, а о беременности в первую очередь. Это феодальную эпоху, когда они даже и не думали, в принципе-то до свадьбы там спать друг с другом. Вот как-то оно все у них в башках сложилось, и он-то это тоже понял, и такой вот этот знаменитый момент. Фак! Да зараза! Да, вот он выругался и все. На этом слит у нас эпизод с поветой и предназначением. То есть как с Цири все это завязалось у них. Фак. Зараза. Затем у нас не повезло рассказу последнее желание, которое мне также очень нравится, и в котором, собственно, вся эта заваруха с Джином и как они связались уже с Йеннифер. Это знакомство с Йеннифер. Здесь оно тоже все крайне тупо показано вот спустя там годы, годы, там лет шесть прошло, а Геральт все переживает за Цири, что вот он не туда, не надо ему ехать, надо это. Он ищет Джина сознательно, в то время как они с Лютиком там в оригинальном рассказе рыбачили и случайно эту бутылку с Джином, да. Здесь он, сука, специально рыбачит, чтобы бутылку с Джином это найти. Вот они там водятся, что ли, как красиво у вас эти бутылки с Джинами именно в этом пруду. Какого хрена? Ну вот они эту бутылку откупоривают, джин появляется потом, э, собственно, ранение Лютика в горло для Барда это крайне страшно, потому что Бард это же, собственно, певец с ртом, поэтому ему надо, чтобы горло было здоровое. Вот ищут они чародейку, там Енифер как раз. У Енифер какая-то мега оргия происходит в доме местного мэра, и оргия это сделано, чтобы прикрыть пустотность персонажа Енифер, потому что вот эта индуска по фамилии Чулосра, она эту роль не вытягивает. Не потому что это, а потому что просто, ну, не вытягивает. Потому что Енифер это реально вот как раз сильная независимая женщина, как бы это иронично не звучало, но Сапковский это грамотно изобразил, потому что она, блин, сука, волшебница, она маг, кто ей там что указ и так далее, то есть она может быть и как боевая единица, и как политическая единица действительно сильной, потому что это обусловлено правилами мира, вот как раз это было показано грамотно, и действительно в ее образ верится, в ее холодность, верится, в ее силу верится, в ее хитрость верится. Это все по книгам. Здесь ни хера не верится. Здесь ни хера не верится, потому что здесь это вот Чалосра буквально, да. Чалосра и все тут. Крайне картонные какие-то отвратительные вот эти любовные сцены и так далее. Джин, я вообще не удовлетворен, Джин разносит только одну хату, хату местного мэра. Джин должен разнести был город, должна быть эпичная беготня по порталам, должны быть все, должны быть эти и желание самое главное. То есть желание тут тоже слито, потому что он желает не расставаться с а поэтому возможно тут и любовью никакой не пахнет. Она же желала излечиться от бесплодия, о чем мы позже тоже поговорим. В общем, джин слит нахер. Джин вообще я не удовлетворен джином. Фак. Зараза. А после этого не повезло еще одному хорошему рассказу. Рассказу про дракона золотого, про этого самого тригалки борха. Да, борх тригалки, у него там две эти здоровенные зериканки, которые здесь, кстати, вообще не удивляются. Там реально экзотика была в этом, потому что они темнокожие. А здесь вообще не удивляет, потому что здесь, сука, все темнокожие, кроме этого Кавила и Лютика, все остальные тупо черные. Поэтому здесь они вообще не удивляют, и это не работает. Так вот, рассказ про дракона тоже слит нахер, потому что, опять-таки, все в говношмотках дешевых. Это охота, где там даже король местный какой-то был. Ну, там говнокоролевство, правда, но, тем не менее, он все равно король его тут даже нет. Опять три с половиной землекопа, карлики вместо краснолюдов. Все это больше похоже на какое-то шапито на выезде или шоу уродов. Оно вообще не похоже на охоту на драконов. Все дешманские, все убого, три локации какие-то, какая-то камерная опять постановка, не смотри, что все открытая местность. Но драконы запихали в пещеру, да, специально, чтобы не так видно было полигончики. Собственно, графика, как изображен сам дракон, что зеленый, что вот этот золотой, да это натурально, я не знаю, герои пятые, 2006 год. Вы в своем уме, при ваших бюджетах, вот эту вот парашу показывать, которая даже не шевелится специально, вот там два раза пыхнула огнем. блин, вы, сука, посмотрите, какие драконы у Игр Престолов, то есть, вот как бы там не гнать на тупость Игр Престолов, да хоть там казалось, что они ущемляются в этих деньгах, да, так здесь-то вообще они экономят буквально на всем. Плюс, кстати, что не понравилось, что этот нету чародея, который был вообще очень важен для этого рассказа. И вообще там было так-то по сути что? Там были две партии. Партия, которая дракона не хотела убивать. Кто-то из-за науки, кто-то из-за нравственных побуждений каких-то, что это целая экологическая ниша. И там была вот такая партия таких экологов. Самый Геральт против убийства дракона был-то, если что. А была партия охотников за сокровищами, которые дракона хотели укокошить. То есть одни как бы за научную такую сторону вопроса или нравственную, другие чисто за наживой. Здесь этого ничего нет. А, кстати, еще кроме того, что за наживой, там был один фанатик, рыцарь Эйк из Денесли. Здесь этого нихера нет, он превращен в тупорылого клоуна совершенно который просто там убил какого-то вообще черта какого-то натурального черта лесного убил и тут же его схавать принялся поджарил на костре и принялся хавать то есть вот это мясо которое хер пойми какой-то этот зверь из преисподней да мутант натуральный или что это вообще он принялся его жрать и сразу же обосрался его обосранного кто-то еще и приморил прямо пока он там в кустах срал то есть вот просто степ максимальный. Смысла в истории практически нет. То есть опять все сведено к какой-то херне, к какой-то галиматье, каким-то вообще нелепым то склоком, то хохотушком. Енифер, которая с двумя ножиками бегает, рубится с мужиками на равных, это вообще мега зашквар. То есть я даже не могу этого понять. Вот если у вас есть, допустим, лучники, которые всю жизнь посвятили стрельбе из лука, вот вам надо раздать им, наверное, по двум топорам, да, в каждую руку и пустить их, как берсеркеров там, да, рубаться со всеми. Потому что а нахера, если они луки изучали всю жизнь, то надо, наверное, что-то другое им дать и максимально эффективно, чтобы в бою они показали себя как именно топорщики да берсеркеры вот так оно работает так вот магия это то же самое ремесло которому надо всю жизнь учиться она посвятила себя магии следовательно она будет хорошо драться на клинках или будет хорошо колдовать вопрос я думаю не праздный да ну и особым его тоже не назовешь вопрос откровенно говоря риторический но не для лепил из нетфликса сэкономили даже сука на магии фак заразом про Геральта кажется все. Теперь про их встречу с Цири, про саму Цири и вот все в этом ключе, потому что Цинтра мелькает то так, то так, и в общем-то перескок опять во времени, и Цинтра уже в огне, а там оказывается, что ох ты ж, ё -моё. а оказывается, и вот как-то в книге-то мы не доглядели этого всего, что Геральт-то был на киче в это время, пока Цинтри была в огне, в резне, он был на киче. А стоило то только стражника вот так вот взять, оглушить, обрешетку, забрать ключи, выбраться и все. А вот уже нильфгарцы там, ну, натурально устраивают просто какие-то, я не знаю, это что-то на уровне уже хаоса из Вархаммер 40 тысяч. Что они там устраивают? Мышавур, который опять-таки каст великолепен, опять какой-то пакистанец или кто-то из Ирака или откуда-то, в общем-то, ну, единственное, что его роднит с друидом, это борода. Ну, можно любого бородатого мужика, наверное, позвать на эту роль вообще без разницы. Ну, в общем-то, он кастует защиту воротам, а теперь вот, да, это ворота главной твердыни, центры, обители королей. Вот так они выглядят, да. То есть, натурально, сарай где даже никого там, никто из бойниц не постреливает, ни хера нету, просто там закастовал защиту, которую они расстреливают из бластеров. И как это интересно работает, кто им эти все стрелы в таком промышленном количестве зажигает, и как оно вообще все работает. То есть... Стоит пострелять огненными стрелами для красоты, словно из бластеров, так пиу-пиу, и уже защита пробита. Цири убегает от Кагыра. И даже тут какую-то херню они допилили. Она какие-то сталактиты полезли из земли. Монолиты, еще что-то. Там трещины полезли. Но она кастует, то будь здоров. То есть этого всего, конечно, в книгах не было. Тут уже натурально она какие-то разломы вызывает. И так избегает от Кагыра. Затем с Афроэльфом по лесам. И там же Афродриады у нас, это Брокелон, там она спряталась. Все это настолько тягомотно и долго, что здесь я просто самый минимум на это время не трачу, потому что... Это реально очень занудно и очень мерзко и это все смотреть. И все эти афроэльфы и так далее, это все такая хрень, я даже вот не понимаю, как оно может в принципе работать, если там королевство севера и там столько темнокожих. Они отчего стали темнокожими-то, живя на таком севере, вот который там описан? Там натурально, ну вот Европа средневековая, северная, вот это королевство нордлингов. А откуда они там взялись? Я вот даже думать не хочу, потому что это опять это дебильное эксклюзивность, хотел сказать, инклюзивность. Поэтому смысла в этом ровным счетом никакого нет. Это просто форсирование, опять-таки, современных установок, данных некими комитетами, да, поэтому смысла тут никаких смыслов нет. Пока Цири прячется в Брокелоне, мы видим еще одну гениальную магию. Это какой-то черт съедает кусок кожи с Каланты, которая покончила с собой, выпрыгнула с башни съедает кусок кожи, после чего надо Фрингиле Виго, которая опять-таки негритянка, ему распороть брюхо, вывалиться кишки и по кишкам уже нагадать и понять, что она в бракелоне. Вот так-то работает магия, товарищи, оказывается. Я боюсь представить, на каких веществах сидят эти самые сценаристы, чтобы такие закидоны выдумывать. Но там еще дальше будет херня, потому что Кагыр, который здесь не просто спец какой-то посланник императора, не просто эмиссар, а он здесь натурально главнокомандующий всем вот этим фронтом. Он, в общем-то, говорит, 10 тысяч нам солдат не хватит, чтобы в Баркелон, где там 3,5 дриады живет, войти мы боимся, поэтому наймем киллера. Киллера, доплера. Это при том, что доплеры по книгам, это вот типы, которые превращаться в любого могут человека, там не человека и так далее. Менять внешность абсолютно. Причем копировать даже нейроны. То есть, соответственно, и воспоминания, личность более-менее копировать того, в кого они превращаются. То есть они полностью все прям с мозгами, со всей нервной системой копируют и буквально почти сливаются, но все равно оставаясь немного с собой. И помню, что это он такой вот доплер, сохраняет более-менее свою идентичность, он становится другим. В общем-то, они не способны на насилие, по, собственно, книгам. Хотя люди их страшно истребляют и ненавидят. Потому что, ну, представьте, какая-то сопля, которая превращается, ну, в любого человека и так далее. А там еще вот эти фанатики Вечного Огня. Кстати, у меня есть про это видео, можешь посмотреть. И про Северную Войну есть, тоже можешь посмотреть. Все это есть на канале. А здесь же, вопреки лору, получается, что у нас мега-киллер это Доплер его крутость надо показать тем, что он живет на чердаке и коллекционирует уши убитых, заспиртованные в баночках. Но тут он маньячила невероятный, причем он не как какая-то бесформенная масса, как Доплеры в книгах выглядит. Он выглядит как натурально какой-то урухай, там морг или какой-то бесалыга. и он очень кровожадный. Он превращается в мышавура, которого слили вообще бездарно. Он же, сука, и в, в играх есть, и он цири должен воспитывать. Но, блин, помогать, да, воспитывать, но, сука, здесь он просто слит начисто, он блюет от страха, бежит, Доплер его догоняет, в него превращается, потом втирается в доверие к Цири, а его все-таки раскалывает, и, кстати, его без, просто так вот пустили в Брокел, он вообще без всяких, хотя вот он мужик, но все равно пустили, но это же друид, это свой, все нормально. Потом он возвращается, самое что интересное, к Агыру, испуганный от Цири, что она ему такого там сделала, в кадре ничего не сделала, собственно, только ножиком серебряным пырнула и все. Но он настолько напуган, что он возвращается к Кагыру, хотя мог бы просто скрыться, но он же кровожадный, мы помним. И он превращается в самого Кагыра, и там нелепая драка. И драка это нужна, чтобы оттянуть время с одной стороны, и они думали, что это очень эпично, что два одинаковых мужика сражаются друг с другом, да. Хер пойми, кто из них есть кто. Но, в общем-то, это все выглядит какой-то опять шизофренической херотой и докручиванием, допиливанием хорошего сюжета своими говноидеями. То, как встречаются Геральт и Цири, это вообще отдельный базар. То есть, так как было хорошо в книгах представлено, что они то сходились, то расходились, то, что Геральт хотел ее уберечь, и потом, когда узнал весть о том, что Цинтра взята, находясь очень далеко от Цинтры, он понял, что от предназначения не уйти, хотя он скептически к нему относился, он же хотел для нее лучшей жизни – он не хотел для нее опасности, и предназначение сделало так, что именно он, отстраняя ее от себя, хотя она ему предназначена, он ее подверг опасности. Причем невероятной. Опасности того, что ее просто нельфгарцы убили при завоевании центры. Этого всего здесь нет. Все это здесь спонтанно, рвано, топорно и грубо получилось сделать. Фак. Зараза. Йеннифер из Венгерберга. И ее сюжетная линия, которая сделана с нуля. Просто буквально из ничего. Именно одними гениальными усилиями сценаристов Netflix. Про нее буквально сказано там меньше абзаца. То есть ее прошлое. Да, там говорится в книгах о том, что она была уродлива изначально, до того, как стала магичкой, прямо жестко прокачанной. Она была уродлива. Она в пути лица своего трудилась и развивалась по стезе магии. И да, у нее есть переживания насчет того, что она бесплодна. Здесь это все переделано. Вообще, все магии, практически, они практически все бесплодны, так как они контактируют с силами хаоса. Поэтому оно этим и объясняется. Здесь же все вообще начисто по-другому. Во-первых начинается все с того, что она в каком-то селе. Это даже не ПГТ, натурально деревня. Это столица Айдирна Венгерберг. То есть так он выглядит, по мнению гениальных сценаристов. Ее забирает не кто-то, а сама Тисая Деврио. И это одна из немногих женщин, которая более-менее выглядит как-то прилично. Это вот эта Тисая Деврио как раз. Вот эта самая ректорша Академии Магии. Ну, вот Павета, кстати, еще неплохо выглядит, да, остальные все вообще это лютый кошмар просто. Именно ненавидящая мужиков феминистка Лорен Шмидт Хисрич набрала некрасивых баб в свой сериал, зато набрала всяких кавилов там и, и слащавых этих лютиков и так далее. Очень интересно получается, между прочим, тут даже не двойные стандарты, а тройные. Но, ладно, в общем-то, не кто-то, а сама Тисая Деврио покупает этого поросенка, как она постоянно пик-пик ее называет, да, покупает ее, она прям страшная реально челосра, но я бы не сказал, что операция, которую с ней проделали, она сильно и помогла, потому что она все равно не очень-то красивая при этом. Вооружившись принципом Мартина, который заключается именно в том, чтобы гнобить своих персонажей как можно сильнее, засовывают ее в Аритузу, то есть в Академию Магичек, которая там всего две академии. Для мужиков Бонарт и для женщин это Аритуза. В общем-то, в Аритузе там хер пойми, что творится. Натурально Хогвартс Гарри Поттеровский, это прямо вершина логики. То есть в него мне верится в миллиард раз сильнее, чем в эту херню, где одна вот эта Исайя Деврио, она же все выполняет функции. Она не только ректор, она еще и бухгалтер, она еще и преподаватель всех предметов разом. И там натурально знакомство с магией зрителя начинается с какой-то херни. Вот ты там подними камень, вот там цветок должен типа сгнить, чтобы камень левитировал. Ну что за херня это? Тут же у кого-то клешня отсыхает от применения местной магии. Потом у нас ловля по банкам молнии за каким-то хером. А потом оказывается вообще, что лучших учениц гениальная кадровичка Тисая дворье превращает в угрей и метлой в местный этот говнопруд 3 на 3 размером опускает. И что это за херня? И типа вот эти угри заряжают потом магии весь этот центр. То есть Аритузу. Вы в своем уме там. А кто пошел туда учиться вообще? Да туда тут же говорят нам, что каких-то короли там феодалы отправляют своих дочек. Типа это очень престижно, прибыльно и так далее. Вот эта херня с угрями, это натурально уже какой-то припадок шизофреника, а не сценарный ход. Как они даже додумались до этого, и как вторая мысль им пришла о том, что это очень хорошо сделать именно так, я вообще отказываюсь даже понимать, просто отказываюсь. Но Енифер превращение в угря не грозит, потому что она очень херовая ученица, и непонятно, как она потом тогда сильнейшей становится, если она такая херовая. А местный лепило гомосек, натурально какой-то врач-убийца, он же местный этот самый хирург пластический. И показывается там, почему она бесплодна. Оказывается, не потому что чародеи все связаны с хаосом и бесплодны уже априори, а оказывается, местный лепила при ее полном согласии, чтобы сделать ее красивой, вырезает ей матку на живую без наркоза. Вы вообще вот это уже херня наравне с вот херни с угрями. Это херня на херня, натурально. Вы в своем уме. И то есть вот сжигая ее матку, вот там же у нее горб пропадает. Ну какой дебил это выдумал просто. Ну какой дебил. Вот как это может вообще работать? Ну типа жертву нужно. Блин. Я не знаю, это можно было тысячу способов показать. Выбрали самые мерзкие и бездарные, как обычно, потому что дебилы работают. И кого эта фашистка Хисрич могла туда нанять еще, собственно, кроме дебилов. Поэтому так оно все и выглядит. Пока местный лепилок гомосектом вытворяет своих Франкенштейнов из Йеннифер очередных, происходит пир созванные масонами. Там короли танцуют с ведьмами и так далее. И решаются судьбу мира. А местные масоны решают, кого куда приставить. Ты пойдешь к этому королю советникам, ты к этому. Ну вот они же крутят северными королями. Вот они и крутят. И насчет Енифер там, и прямо все, Енифер, а же она такого сделала, важного, что все за нее там, вот у нее эльфийская кровь, ее нельзя тогда в Эйдирна. она хотела в Эйдирна, на родину, ну и король хотела Эдирна тоже ее, потому что она землячка, а ей нельзя туда, потому что они торговые партнеры с цинтра, а в центре эльфов не любят. А в цинтре, дорогие дебилы сценаристы, между прочим, у королей этих самых эльфийская кровь. Поэтому думаете, они там все пепельноволосые, там, да, и магии владеют. Ну что у них, сука, эльфийская кровь у самих, да там у всего континента это эльфийская кровь. И то, что она у енифер тоже есть. Так они там все уже перетрахались давно, эти популяции эльфов и людей. И типа это такая большая проблема, а то там в центре обидятся, и они торговые партнеры ближайшие. Вы, сука, карту открывали там. Вообще такие промежутки. Они же даже не граничат друг с другом. Это они торговые партнеры по какой великой реке. Интересно знать. Или почему? А, дороги там проходят, да, и пооски тащатся по ней. Ну, понятно. Очень серьезная инфраструктура под угрозой. Енифер после сложнейшей пластической операции. Ну, напрямую на бал. И сразу прохаванная, просто познавшая жизнь она короля этого на свою сторону переманивает, и решено, да, Айдирн быть ей там советницей. И в итоге она сопровождает, уже мы видим, королеву Айдирна с детем в карете, которую охраняет, ну, буквально человека там шесть стражников, да, куда-то они едут. Тут же какие-то, сначала я думал, клинки какие-то полетели. Нет, это, оказывается, огромный таракан к ним пробивается в эту самую карету. Огромный таракан переубивал стражу, это гениальный король Айдирна решил избавиться от своей надоевшей жены, а заодно и от наследника, это вообще поразительно, конечно. То есть от законной... Ладно, вот жена, но законный ребенок, да, какого хера ему избавляться от этого, если в этом смысл вообще продолжить род и ему отдать, собственно, наследнику фиот. Это очень важно для укрепления позиции твоего дома. Это не говоря уже о том, что нахера ты хочешь убить еще и свою чародейку. У вас их там пруд-пруди, я смотрю, да, ценные кадры не нужны. А, может, ты хочешь, дурак, поссориться с этой самой Аритузой, там, ладно, не смотри, что они дуры, но все равно это местные масоны и много чего контролируют. Нахера это тебе надо? Ничего не объясняется. Убогий чародей с ручным тараканом их преследуют, беготня по порталам, вообще ничего, никакой связи, ничего, он их как-то догоняет там и тут. И в итоге происходит все равно, она все сливает. Она не смогла защитить. Ни ребенка, ни к эту королеву самую. И в итоге это все ради каких-то душесчипательных сцен, да, и вот это, что детская смерть там, и так далее. В итоге ни хера оно не берет, потому что вылеплено оно убого и не мотивировано. Но она разобралась с тараканом и чародеем, который его курировал. Теперь Йеннифер вообще никому не служит, потому что ее разочаровал весьма король, который ее хотел убить. И, кстати, для этого короля Эдир на никаких последствий, конечно же, не будет, хотя он пытался убить свою же магичку. Но там, как обычно, никаких причинно-следственных связей. Местные масоны обеспокоены и озабочены ситуацией в центре и всей этой резней. Тем более, что МГР эм не очень-то магов жалует и всех их ставит в рабское положение. Масоны объединяются, чтобы нанести ответный удар. Но не все. Выбралось там только 20 чем-то человек. Эти 20 чем-то человек сели на лодке. Не смотри, что они маги и могут порталы создавать. Также эпичней. Сели на лодке, поплыли куда-то, потом пошли пешком, дошли, дошли до какой-то говнокрепости, и вот это и есть Соден, одна из величайших битв в истории мира Ведьмака, Соденская битва, или иначе говоря, битва на Соденском холме, да, то есть холм Соденский, не крепость, крепости там никакой не было, а около 100 тысяч человек участвовало в битве, то есть несколько десятков тысяч нервгарцев, несколько десятков тысяч северных воинов, то есть со всех северных королевств, и магия им помогали, консолидировавшись. Эти сильнейшие маги Севера помогали армии. То есть воевало много народу. Здесь северные короли забили на все болт и не пришли просто вообще защищать свои державы. Нахера все перевалили на магов, а магам помогают беженцы из цинтры просто. В итоге все это сводится к тому, что обороняется вот эта крепость. И я, кстати, когда смотрел, думал первый-то раз еще, что пойдут со стороны моста, но они пошли с другой стороны, поэтому можно просто было мост уничтожить магии и просто всем на той стороне остаться, и они бы надолго задержали эту армию огромную. Но нет, все решили в говнокрепости, где в воротах вот такие щели, тут даже Игра Престолов отдыхает. Раздали этим бичуганам, беженцам из Цинтры банки с солью для ванн. А эти банки взрываются, оказывается, они их прощами кидают. И идет настолько дебильный бой. Такие дебильные бои, они сравнимы только с Играми Престолов, наверное, действительно. Вот как там битва вот эта ночная, там, в Винтерфелле, против этих ходаков. Вот это один уровень, потому что магию здесь запускают трибюшетами. Вот это фаербол, запущенный трибюшетом, такой херни я точно не ожидал. И еще, чтобы фаербол кастануть, нужно сдохнуть магу. Кто будет изучать такие спеллы, которые их убивают? И как можно заставить вообще этих магов? Они же не тупорылые, явно это непростые какие-то, блин, ополченцы там сельские, это, блин, все равно интеллектуальная какая-то, все-таки элита некая, да, а как они соглашаются на то, чтобы просто высасывались они полностью изнутри, опустошались, чтобы один фаербол кастануть. Я уж не говорю про дальнобойность трибюшета которая, ну, я не знаю, насколько он долетит там, я, если там метров 200, то это вообще ура и будь здоров, но чтобы он вот летал там, как в этом показано, Впрочем, вообще как туда зарядить магическую, не знаю, субстанцию вот эту магическую, я тоже отказываюсь понимать. Это уже можно тогда и какие-нибудь куски антиматерии в прощу засовывать и кидаться ими, а что нет-то? Выглядит все жалко, убого, опять вместо магии показана херота натуральная. То диверсионная баночка с червями, которые в мозги заползают. Которые... Они довольно медленные, эти дождевые черви, если что. И как он там заползет те, он в принципе-то по отвесной поверхности не заберется, но они заползают в мозги и рушат решительно оборону этого говнозамка. Енифер со все это координирует с башни, как оператор, да, раздает ценные советы Вильгефорцу экономить манну, Вильгефорцу вот такой выпад сделать, там ангард. Он сражается на клинках, между прочим, этот великий чародей. Трис, оказывается, ожоги не от каких-то там мега стихийных этих получил, а потому что и факелом в лицо тыкнули. Вот настолько это все в говно сведено. В итоге всю эту битву, всю эту армаду, всю эту орду Нильфгарцев остановила, по сути, в конце концов, одна Енифер, которая кастанула да кастанула. Из своих пальцев столько огня там напустила, что сожгла натурально весь этот лес и всех этих Нильфгарцев. Я просто, ну вот, это настолько, вот если кто-то не понимает до сих пор, это победа, как бы, единство Северного получилось, консолидации, некой идентичности. Армия и маги вместе эту победу создали, да, ценой огромных жертв. Ну, а тут получилось, что Енифер, которая вчера ни хера не умела и была просто двоечницей в этой самой ритузе, сегодня уже из пальцев делает огонь, который просто выкашивает целые легионы. Ну, хотя легионов там, конечно, нет. Там даже строя нет никакого, опять-таки, просто они прут и прут. Но, тем не менее, сожгла целый лес с этими баранами. Такая вот оборона Содонского холма у них получилась. Убого, дешево, дебильно. Почему так? Да потому что в целом искусство делать сериалы не находится отдельно от культуры, а культура у нас нынче мировая в упадке в диком, поэтому никак я не удивлен тому, что они слили и историю о Ведьмаке. Опять-таки, наверняка и распилы присутствуют. Тут как и политические повестки, так и просто Творческое бессилие авторов, то есть, я имею в виду вот сценаристов оно все сыграло свою роль. Поэтому так мерзко. Это, как я уже говорил, анафима. Поэтому, что нужно делать? Нужно смотреть Батю. А это говно лучше не смотреть. Это был Батя. Пока! до конца досмотрел, ну это вообще великолепно. А теперь можешь подписаться на все мои ресурсы, ссылки есть в описании. А также, если захочешь поддержать меня, то тоже найдешь необходимые ссылки в описании. Прошу, смотри, чекай и читай батю, слушай батю, смотри батю. Ну а в следующих роликах мы обязательно увидимся. Пока, Квирит.